Привет, вот такой милый таймер я ставлю себе на 30 минут, чтобы порисовать, когда большим количеством времени я не обладаю. Я прошу прощения, я дико охрипла. Вот, и значит, я не сдаюсь, продолжаю рисовать женские портреты, и не только женские, планирую в будущем нарисовать. И, короче говоря, пока да, то еще получается позорище, но тем не менее я своего курса придерживаюсь намеченного, рисую каждый день, несмотря там на определенный, как я уже сказала, дефицит времени. И мне кажется, это вот, что называется, главное правило, которое позволяет вести такие ежедневные проекты, что надо ко всему к этому подходить без перфекционизма, лучше немного, но каждый день есть возможность нарисовать там всего лишь там какую-то часть от итоговой работы, которую вы задумали. Ну и хорошо, пусть хотя бы столько. Лучше немного, чем вообще ничего. Ну и, в общем-то, такими неспешными маленькими шагами мне как-то пока удается не сливаться из этого своего ежедневного проекта. И сегодня уже 83-й день, если я не ошибаюсь. А вообще основная творческая энергия сейчас, если честно, сконцентрирована на всяких занятиях с ребенком, потому что она на этой неделе не ходит в садик, и, в общем-то, полагаю, это она меня заразила этим чем-то, что у меня вызвало ларингит в итоге. И, в общем-то, мы сегодня феном растопили восковые мелки.